Привет всем любителям видеоигр, меня зовут Илья, и это канал Малой Гейм. У нас игра опять же Out of Reach, версия 0.17. Вот, в прошлой серии мы, короче, вообще знатно так поохотились. У нас теперь уже нормальная такая себе бронька есть, нормальный рюкзачок есть. Есть топор костяной уже. То есть это вам не тяп-ляп. И не в тапки срать, да? Вот. Короче, что я хотел сегодня? Так, у нас есть это что, жареное мясо? Что это? Жареное, да, это жареное мясо. Нормально, два куска жареного мяса нам хватает. Ага. Сегодня я, короче, хотел попробовать найти бронзу. Что-то, по-моему, чересчур тихо. Блять, погромче здесь не сделаешь, да, вроде как? Обучение здесь только и все, да? Угу. Так, ладно. Тут деревьев нету. Повырубал, слушай. Нихера себе там кто-то. Небоскреб. Прям строит. Ой, нихера вот это лаги. Ну, видишь, да, там прям не то ли небоскребище. И моя маленькая лачушка. Ну, мы как бы не собирались изначально строить что-то мега большое. Ебануться. Сколько народу-то на сервере? Трое. Ладно, трое очень мало. Да, кстати, здания здесь периодически исчезают. Если... Ну, видишь, все потихонечку исчезает. Кто-то строится. Так, нам нужно найти бронзу, короче. Вот, а где ее найти, я хер ее маме знает. Давай посмотрим вообще. Материалы. Бронза. Это нам надо медь и олово. Медь и олово. А где нам это найти? А, литый. Так, это же... Так, сталь, дерево и железо. Опять же, да? Где нам это найти? Бронза. На веревку. Так, подожди. Давай посмотрим по оружию ближнего боя. Есть топор, костяной топор. Копье, костяное копье. Деревянный щит. Вот, видишь, бронза нам нужна. Один хуй. Бронзовый меч. Короче, нам где-то нужны материалы. Для деталь глайдера. Это вообще что, блять? Какой глайдер? Что это за ебош вообще? Подожди. Так, деталь глайдера, да? Что такое глайдер? Лодка. Вот это чё-то, блядь, бронза, не бронза, хуй помнишь. Ладно. А, где нам можно найти материалы, да? Здесь, смотри, ни черта нету. Так. Бронза, 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 бронза. Ну, короче, чё? Домик у нас отмечен. Там мы поохотились. Давай пойдем в ту сторону, наверное. Посмотрим, что у нас там. Честно, вот в душе не ебу, где нам бронзу найти. Присядь-ка ты, чё-то прям. Добудем камень. Не знаю, нужен ли нам камень, но да ладно. Пускай будя, как говорится, да? О, работник у меня теперь. Рудокол, работник я теперь. Так, эта херня не ломается. Да, вот эта херня строго ломается. Да, кстати, костяной топор этот, ништяк.
Мне он больше нравится. У него и вид как-то чуть-чуть посерьезней. Так, ладно. Нам нужна бронза. А вообще железо, короче, нужно. Где его найти? Че, пиздец, чему-то домику, да, настал? Это действие запрещено в ПВ-серии. А. Только строители этого сражения могут это сделать. Понятно, ладно. Нельзя, короче, ничего пока нам ломать. Так. Мне вот интересно, реально, где они берут вот эти все материалы? Как бы здесь, но ничего вроде не видать. Давай поднимемся наверх куда-нибудь. И посмотрим. Если что, нам нужно будет просто кроватку где-то сделать. Чтобы если что. Ой, блядь, я нихера себе, я так полз вверх. Он меня раз и сбросил, да? И главное, смотри, я думал, может быть, чтобы добывать железо, там вот это все. Нужна какая-то кирка. У нас нет кирки, ничего нет такого. У нас есть только топор. И все, то есть мы добываем абсолютно все только с помощью топора. Ну смотри, ну прорисовка в принципе боль-моль, я могу сказать. Не настолько она плохая, как я думал. Не знаю, заберется ли он наверх. Честно, мне... О нет, забрался, прикинь, нормально. Но... Нихера тут дом стоит. Еще дом. Зачем же так высоко забираться до строительства дома, я честно не знаю. Здесь же нет резов вообще никаких. Все резы внизу. Ладно. Пойдем посмотрим. Ты есть песок, да? В нем что, ничего же нету. Я думаю. Ну-ка, подожди-ка, давай-ка еще раз посмотрим. Так. Дает шанс добыть. Один ресурс за удар. Так. Так. За счет увеличенного управления вне системы. Угу. Понятно. Так, подожди. Давай-ка глянем. Еще раз. Топор копье. Ну нету ни хера. Сталь нужна нам, да? Смотри, ладно, еще раз. Сталь. Нам что? Железо надо. Бронзу это надо. Олово и медь. Олово и медь. Олово, медь и железо нам надо. Там мы точно не проплывем. Давай-ка обойдем, глянем. Или возможно это этот. Мы вам... О, вам нужен подходящий инструмент. Подожди, тады, подожди. Так, во-первых, давай вот это использовать. Какой нам нужен подходящий инструмент? Ага. Это у нас что? Мастерить топор не надо. Ну ладно, давай смастерим топор. Не знаю, ну давай смастерим. Создать. Может мы им как-то сможем долбашить? Я честно сомневаюсь, хотя... Ну и чё? Вам нужен подходящий инструмент. Ну, смастерить оружие, постройте оружие. Блять, да построю уже. Необходимо мне подготовьтесь к охоте. Отправьтесь на охоту. Следите неизвестно. Сородите мастерскую. Блять, ну я же уже сделал это. Эти панель построек, выбирать объекты. Да блять, иди нахуй, построил я уже все.
Что же за херня такая? Какой мне там подходящий инструмент нужен? Подожди. Подожди, что у нас там? Ну-ка, 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 ну-ка. Ну так, исследуйте неизвестное, соблюдите мастерскую. Ну, блядь, ну я как бы уже все это сделал давно. Ладно, давай попробуем еще раз. Так, наша хатка там. Давай пробежимся здесь. Вой-вой-вой-вой-вой. Слухай, я же здесь утону, наверное, а нет. Главное, сильно не беги, блядь. Так, нам куда? Ну, бля, далековато я, слушай, забрел. Блядь, у каждого есть лодка. Нужна мастерская. Короче, сейчас давай тогда попробуем вот по этой книжке делать. Что-то я, значит, упускаю. Сейчас просто в тупую рядом еще один домик построим, да еще не будем париться. Ну, конечно, нам нужен костяной топор. Так. Сейчас мы разберемся, я думаю, в этой игре злосчастной. Почему у всех он есть уже всякая херня, и он всего-всего и много-много. У нас нет нихера. Так, иду-то я правильно, хоть нихера неправильно, мне вообще вон туда. Через гору мне надо. Ладно, давай-ка мы обойдем гору. Так прикольно, в принципе, сделано, но это у меня графа еще, ребят, стоит не на максималке. На максималке лагает за счет огромного открытого мира. Короче, не вытягивает у меня мое железо. Хотя не знаю почему. Нельзя есть вот кокосы. Что-то как-то это неправильно, я считаю. Кокосы, наоборот, таки жрать надо. Так, давай-ка, ну пожалуйста, заберись, 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 заберись. Собрался, отличненько. Сейчас прибежим к себе домой. Ну все, да, вот, мы уже почти дома. Вон моя халупа стоит. В камнях. Хищников никаких не вижу вроде. Да, я думаю, они уже сейчас особо так лезть нам не будут. Это были прошлой серии нормальных, так мочканули и хищников, и, блядь, кого угодно били, да? Так. Сейчас, блядь, ну пиздец, кто-то вырубил все деревья. Чё за пидорюга? Строго вон тот, отвечаю, вырубил все деревья. О, газел, газел. Стой, газел, газел. Ай, хуй с тобой. Так, ну дерева у нас, кстати, не особо много. Я думаю, на постройку чуть-чуть нам хватит. Нам там чуть-чуть прям построить. Главное, чтобы это нам засчиталось. Давай это тоже дерево соберем. Все, собрали. Так, ну теперь смотри, что нам надо. Постройте крытие. Фундамент, стены, крыша. Все окей. Давай строим. Что это? Тут доступны. Какие улучшения у нас доступны? Идите к постройке, чтобы увидеть улучшение. Вот оно что, да? Короче, мы там бешеный какой-то этот можем сделать. Нахуй не надо. Пока что. Так, деревянный фундамент. Двоечка. Почему не ставится здесь, не знаю. Опа. 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 И вот здесь вот еще. Опа. Опа. Вот так поставим, да? Так. Что у нас? Это вот ушел. Фундамент есть. Стены.
стены. Так, подожди, вот эта херобора будет считаться за стену? Восьмая. Восьмая. Пыщ. Пыщ. Сейчас проверим. Нихуя, не канает. Нам, говорит, нужна конкретная стена, да? Ладно, тогда мы сделаем так. Вот здесь мы это все к ебеням сломаем. Давай. Все. Так, и, короче, здесь мы поставим конкретно стену. Так, 4. Хащ. Здесь вот так вот. Хащ. И здесь вот так вот. Нет материалов. Сука. Стены, крыша осталась, да? Ну давай, и, блядь, куда бы ее поставить? Ну, попробуем здесь, да, поставить крышу. Подожди, давайте это сломаем. Ну, ломайся уже. Подожди, здесь пусть крыша будет. Так, и теперь нам нужно соломенная крыша. 7. Так, о. Соорудите необходимую мебель, блядство. Да что ж ты, сука, будешь делать? Строительный стол. Хотя он у нас есть уже. Кровать, сундук. Видишь, оказывается, надо было как, да? Ай, блядь. Ну, чё я могу сказать? Пойдем за деревом. Вон туды. Сейчас наставим там. Бля, давай, подожди. Да хотя там, в принципе, никто ничего у нас не заберет. Да и тут, в принципе, никого, блядь, нету. Чего парить вообще? Так. Да, сейчас в тупую там, короче, прям строительный стол поставим, кровать и сундук. И отправимся исследовать неизведанное. То есть пойдем сейчас по книжке. Возможно, ну, так будет проще. Да, он, видишь, что-то не парился тоже. Поставил туалет какой-то. И все. Сейчас мы также замутим. Так, давай. Руби деревья. Угу. Я не знаю, почему, правда, оно не учитывается, то, что мы уже как бы это все поставили. И приходится по новой это все переделать. Кстати, в Форесте такая же печенька. Там, если ты, к примеру, начинаешь с чего-то, изначально другое делать то, что надо, то оно как-то не особо засчитывается, по-моему. К примеру, если ты построил укрытие, потом убил аборигена, у тебя потом выходит только задача построить укрытие. Хотя, ёпта, оно у тебя уже, грубо говоря, есть. Так, давай, давай. Так, давай покушаем, наверное. Использовать. Все, поели. Ну давай. Че нам там? Строительный стол. Один. А че? А, подожди, ладно. Деревянный фундамент. Ну давай тогда. Как-то вот. Пащ, пащ. С этой стороны пащ. Пащ. Так, все, он у нас должен был засчитаться. А, это же это, да. Теперь строительный стол. Да ёб твою налево. Строительный стол, вот так, да. Пащ. Засчитался? Засчитался. Так, кровать. Два. Кровать создана. Так, и сундук. О. А, вот, Джей, журнал. Блядь. Теперь нам надо сделать лук. Короче, чтобы сделать лук, что нам нужно? Лук. Оружие дальнего боя. Лук. Да ничего, ну не нужно, просто создадим. Давай. Давай сделаем стрелы.
Создать бинты, 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 инструменты. Острый камень, льняной бинт. Льняное волокно мне нужно, да? Лен, лен, лен есть у меня дома. Может, как бы это мне хуйня нахуй ничего не нужна. Что можно это теперь раздолбить? Ну давай. И оно мне даст, скорее всего, еще этот. Сколько-то там дерева. Или не даст. Эх, пизду пусть стоит, короче, ладно, насрать. Давай, пойдем быстренько домой. Сейчас разберемся. Лен у меня есть дома, растет прям, там его немало. Здесь просто я как бы его не особо вижу. Сейчас пробежимся, может, и здесь что найдем. Да, бегемота уже вшатывали. Он сам по себе он как бы не агрится. О, агрится, сука, агрится, агрится, агрится. Пидарас. Пошел нахуй. Все, убежал. Согрелся все-таки. Я думал, не агрится. Вот, ну ничего страшного, мы как бы их валили уже. И бегемота валили, и носорога, и вообще, и даже тигра валили. Так, давай собираем лен. Давай, ну нифига он собирает нормально. Так, давай-ка сделаем бинты. Инструменты, льняной бинт. Надо 10 льняного волокна. Ну. А, ну все правильно. Создать. Сейчас у нас пах опять. Так, что у нас теперь? А, добудьте животное, соберите ресурсы, смастерите факел. Ладно, сука, заебали. То есть действуем по... Так, ну давай сначала этот лук добьем. Так, охотиться будем на какую-нибудь маленькую херобору, наверное, да? Ну, давай убьем газель. Газель, какая газель? Зебра же это, ебаный насос. Опа. Сейчас будет бегать кругами. Оп, промахнулся, вот сюда, в пузо ей надо. Оп, попал. Куда ты, блядь, бежишь-то? Вот, три. Четыре. Сколько в ней надо этих-то попасть, а? Я просто не помню уже. Промахнулся. 4 раза точно попал. 5. 6. Все. Просто нужно 6 стрел в нее, короче, садить и все. Так, добываем ресурсы. Давай, давай, жир, шкура, мясо, кости, вся херня. Так, все. Так, и смастерить факел нам теперь надо. Факел. Для факела нам нужно 10 дерева. Блять, опять, сука, дерево. Почему все упирается в дерево у нас в этой игре, а? Короче, пойдем в лес. Нахерачим там сейчас кучу дерева. И разберемся, что нам дальше. Сидишь, как бы, если действовать именно по вот этой, грубо говоря, энциклопедии, то как бы все становится просто и понятно. И как минимум логично. То есть, да, нам сначала нужно подготовиться к охоте, сделать то, сделать то, сделать то, что мы сейчас, в принципе, и сделали. Ну, хотя мы, в принципе, видишь, уже на охоте были, как бы это все сделали. А, ну и видишь, я знал уже то, что как делается топор. Поэтому вот. Так, ну давай. Что у нас там? Сейчас сделаем факел. Хотя он у нас как бы изначально сразу был. Все так делаем. Пакет создать. Давай. Ага, что дальше? Следуйте неизвестное. Добудь
олово и медь. Для сбора редких ресурсов вам необходимо создать подходящий инструмент или оружие. Ну я знаю, ну блять, обнаружьте пещеру, охуеть. Ну вот, а как мне это сделать? Ладно, факел, дневной бинт, противоядие. Ёпты, вот оказывается, есть каменная кирка здесь, создать. Твою мать, она есть здесь, оказывается. Я ее просто не видел. Давай. Каменная кирка. Где-то у нас каменная кирочка. Так, это выбросить. Разобрать. Проще сделать так, да? Так, это мы можем вместе сделать. Так, этот нам нужно тоже разобрать. Он нам нахуй не нужен. Так. Ну, пойдем домой, сбросим что-нибудь. Подожди. Так. Ну, теперь. Так, это мы ничего добыть не можем. Все, теперь вот теперь понятно. Давай-ка. Смотри, видишь, нам надо бы как бы найти пещеру какую-то, да? Подожди. Давай, теперь мы идем обратно. Все, что надо, берем, все, что не надо, скидываем. Так, это нам как бы ничего не надо. Сейчас возьмем, наверное, сделаем быстренько костерчик, пожарим мясо. Немножечко. Потому что еды у нас как бы нет, а еда нам как бы нужна. Сейчас скинем всякую билиберду, не нужно там в плане жира, костей, вот этого всего-всего. И надо будет уже идти становиться рудокопом, блях. Да. Так. Давай, давай, давай уже. Хорош ныть. Так, давай, делаем пам-пам, костер. А вот сюда прям ставь костер, да и все. Не торопитесь, пробуйте снова. Ну все, что ты, чуть не торопиться-то. Еда, жареное мясо. Я не знаю, сколько у меня его, жарь все. А, нам же здесь надо стоять. Что у нас было? Так. И больше 5, оказывается. А, я так думаю, там гораздо больше 5. Там еще вон смотри сколько. Слушай, такое ощущение было, что кто-то пробежал здесь сейчас. Да, вон, видишь, человечек уже. Так, в огонь нам входить нельзя. Давай закроемся. Так, жир сюда. Камень сюда. Сюда, понятно. А, у нас была, оказывается, каменная кирка. Прикинь, дурак. Я забыл просто про нее. Есть дерево у нас. Так, давай мясо скинем, шкуру скинем, мясо все сюда, это нет, это пусть будет. Так, факел один сюда. Так, кость, кость. О, фига у нас костей оказывается. Подожди, а чем мы можем с костей-то сделать? Что-то, по-моему, у нас там было с костей. Материал, льняная веревка не надо, инструменты, льняная бин. Острый камень? Нет. Доспехи. Маска черепа. Давай сделаем тогда так. Давай вот так вот. Пам. Маска черепа. Пожалуйста, да? Так, что у нас есть? Такие штаны тоже есть. Кожаная обувь. Тоже есть. Вот видишь, летает. Ну, все понятно. Короче, давай так.
Кости нам не надо. Стрелы пусть будут. Вот так вот, наверное. Да нет, не так даже. Хотя, в принципе, мы сейчас что? Мы сейчас дерево налутаем. Так, льняной бинт пусть будет. Здесь топор. Так, пусть стоит все здесь у нас. В аккурате вот так вот. Раз. Раз. Все нормально, да? Так, раз. Раз. Вот так зашибись. Все. В принципе, все есть. Факел есть, это есть. Так, надо пожрать. Использовать. И все. И двинули. Так, закрываем дверцу. Что нам нужно? Исследовать остров есть. Обнаружьте пещеру и добудьте... Что добыть? Добыть олово и медь. Все, наверх. С пещерами, конечно, я так думаю, все будет обстоять посложнее. Где их, блядь, искать, я даже не знаю. Ну да, человек здесь был. Он куда-то убежал, наверное, охотиться побежал, я так думаю. Мы-то уже поохотились, мы-то уже знаем, как это делается. Мы уже даже тигра убивали. Тигр там бегали, мы его пидэш, и все, короче. Причем у него даже не особо много-то стрел надо было. Просто надо было подобраться к нему поудобнее. Так, давай, братюня, давай на самую вершинку. Моя халупа внизу. Так, ну давай. Бэш, вот это лаги. Давай глянем. Так, здесь вроде как ничего нету, да? Так. Там дерево срубали, да? Ну, прикольно, смотри, он двухэтажный даже. Давай деревьев нарубаем. Как бы у нас дерева нету. Дерева мало дома. Хотя как мало? Ну мало. Мне мало, короче. Все. Мне не ебет. Мало дерева дома. Так. Нам нужно найти медь и олово. Вот в чем дело, видишь? Что нам нужно найти? Так, давай. Так, из этого не добывается. Из этого ничего не добывается, потому что если, к примеру, нужен другой инструмент, как если, ну, видели же там, писалось, вам нужен другой инструмент для того, чтобы, типа, добывать ресурс. Так, надо, короче, искать эти другие валуны. Они выглядят, по-моему, по-другому. Я, блядь, не помню, как они выглядят, честно. Мы их встречали, ну, блядь, один раз только. Вот, сейчас туда поднимемся. Вроде никого нет, никто на нас не нападает. Самое главное. Соберем. Что это у нас за херобора? Окопник это у нас, ребята. Это у нас окопник. Так, ладно. Давай наверх. Может здесь что... Блин, что ж ты так лагаешь-то страшно, а? Ни хера, это тоже не добывается, да? То есть я, короче, обошелся просто кругом. Вообще, вон там, да, где-то что-то я находил вроде бы как. Ну давай. Так, это просто камень, ну давай, ладно, добудем уже. Тоже, наверное, нужен будет еще. Для постройки там фундамента нормального и всякой такой ебалы. Так. Не, ну мы должны же найти по-любому медь и олово. Нужно найти подходящую породу. Вот оно, да? Да. Так.
О, видишь, медь, медь, пожалуйста. Сколько меди, пожалуйста, хоть попкой ешь. Ну как? Так. Вот, значит, нам вот такие, как они, вот эти зеленые, видишь, эти просто серые камушки, да, как бы. Ну, смотри, здесь оказывается, сколько домиков-то. Довольно-таки немало. Вот он. Давай. Подожди, а... Ну, медь понятно, а олово чё как? А олово где добывать? Вот, видишь, смотри, вот там корабль. Да, вот я, короче, первый раз, когда начинали играть, если кто-то помнит, если кто-то видел, то вот мы были как раз вот на этой стороне. Вот здесь вот где-то, потому что я тот корабль видел. Так, так у нас ни хера не добывается, да? Так, ну как я понимаю, это где-то в горах все надо смотреть, правильно? Угу. Так. Главное, сука, чтобы на нас никто сейчас не напал. К примеру, тигр какой-нибудь ебучий. Так, пещер мы пока не находили, да? Так, ну, пойдем туда. Что-то там вроде похоже. Кусты какие-то непонятные. Давай побежим, посмотрим, что это за кусты, что это такое. Что это? Я не знаю, что это. Волчий ягодник это. Вот что это. Он, короче, нам для создания яда, по-моему, нужен. Я смотрел в рецепте. Так. Да, мы вот на этой карте, ну, не знаю, на этом сервере или не на этом, я не помню, честно. Но вот эта штукенция была. Это камень, камень, камень. Ну, это с помощью кирки мы тоже, видишь, и камень можем добывать. Причем вообще в легкую, да? Ну, хотя хули нам, камень же не нужен нам особо. Угу. Так, ладно, медь мы нашли, нам нужно олово. Олово нам нужно. Нам нужно олово. Ну что, здесь что будет? Нихуя не будет. И здесь тоже, да, это просто груды камней получается. Так, найти пещеру надо. По идее, да, вот где нам пещеру, блядь, найти? Пещера было бы классно. Чё здесь? Камень. Нахуй камень. Да, мишка, вон, вижу, 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 вижу. Знаешь, они получаются как грудой. Там в три штучки лежат. Вот, значит, там есть медь. Не знаю, как насчет олова, но медь там точно есть. Олово, скорее всего, может быть, даже просто в другом месте где-то искать надо. А медь, пожалуйста, вот смотри. Меди вот прям, ну, немало даже, я бы сказал. Ну. Есть медь. Пещеру найти, найти пещеру. Давай найдем. Только где, да? Вот в чем вопрос. Здесь похоже. Похоже, похоже, да. Есть пещера. Подожди. Я нашел пещеру. Здесь уже кто-то, сука, обжился. Так. Что у нас дальше? Сорвите мастерскую. Кузницу. Угу.
Подожди. Мы можем, по-моему, как-то вот так, да, сделать. О, блядь, не то. Сюда не надо. Зайди. Так вот. Короче, знаешь, чучку, блядь, чтобы здесь никого не было. Кровать нам надо, кровать. Два. Кровать. Ставь. А, сука, так не ставить, да? Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блядь, ты чё? Возьми, сука, дурак. Охуел совсем, ешь. Ешь, напугался. Подожди. А где мой костяной топор? Хотя бы так. А был же, блядь, я же его не выкидывал вроде бы. Давай сделаем вот так. Тоже не хочет. Да, блядь, ты что, сука, творишь? Ну, в натуре, прикинь, костяного топора моего нету. И то как бы вообще не айс. Камень, камень. Так. Видать, где-то здесь мы можем добыть олово, да? Как-то оно, наверное, должно выглядеть, эта вся херня. Медь, смотри, просто меди сколько здесь есть, да? Ну, оказывается, слушай. Так, ну это все, это понятно, это медь был. Давай, добудем, добудем меди. Ну, оказывается, видишь, мы это думали. Так. Ну тут, видимо, все кто-то. Знаешь, что я хочу? Нет, похуй. Я надеюсь просто, что здесь, ну, реально никого нет. Просто если, блядь, здесь сейчас какой-то медведь, это все, это просто пиздарики. Пещеры, кстати, блядь, нормально такие. О, я там вижу выход. Либо выход, либо просто там чувак какой-то. Давай, добывай медь, пожалуйста. Еще бы олово, да? Так. Там точно вижу свет. Свет там горит. Давай, я прям побегу даже туда. Ох ты, как тут, слушай, круто. Да, башисто, башисто. Ну почему ты не можешь конкретно вверх посмотреть, а? Красиво же там по-любому. Реально прикольно. Так, ладно. Давай сожрем. И еще одну сожрем. Медь есть. Медь есть, нет олова. Это плохо, что нет олова. Олово нам нужно. Причем конкретно. Какие-то грибы собрал, да? Мицелий. Грибы какие-то. Камень ко мне, он меня хватает. Че у нас тут берется что-то? Нет. Вот это берется по-любому, да? Медь, конечно. Вот. Так, ну ладно, ребят. На этом, наверное, мы сегодня закончим.
То есть благодаря вот этому, вот этой инструкции выживания, то есть мы уже добрались практически до самого конца. Там осталось соорудить мастерскую, раздобыть бронзовый топор, вот, и научиться обращаться с осадочным орудием. Вот, ну, в принципе, медь у нас есть, это уже просто замечательно. То есть уже можно что-то сооружать. На этом мы сегодня заканчиваем. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями, писать комментарии, как бы. Вот и все. Ну все, ребят, пока-пока.